Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема, она очень красивая, и такого вы еще не видели и не сеяли. Знаете, глядя на такие витрины, которые вокруг меня, вот хочется обнять это все и плакать, потому что хочется все посадить. Но мы очень стали продуманными, такими, не знаю, очень экономными, что ли. Мы выбираем те цветы, которые растут быстро, цветут пышно и не доставляют нам никаких хлопот. И я хочу познакомить вас с новинками. Не просто так программа про какие-то цветы. Новинки. И это бальзамины. Вот у некоторых садоводов я видела огромные коллекции. Причем это же потрясающий цветок. Он растет быстро и цветет пышно. У него все положительные показатели для того, чтобы этот цветок занял достойное место на наших участках. Нам же цветы нужны. А причем это не просто бальзамины, это серия огромная, называется «Импотиенс». Запомнили? «Импотиенс». Среди них очень много всевозможных расцветок. Вот я их снимаю все, практически новинки, которые пришли. И вы, выбирая себе по цвету, можете подобрать такую коллекцию, которая удивит всех ваших близких, друзей, знакомых, а вас так в первую очередь. Вот что такое импотиенс. Это бальзамин шаровидный. Причем цветов на нем больше, чем листиков. И когда мы выбираем цветы, а это ведь радость нашей души, это то, что делает нас добрыми, ласковыми, милосердными, между прочим, мы обязательно будем не просто выбирать, а по цветовой гамме подбирать их сочетание. А вы посмотрите, алый и белый. Да разве же на клумбе это вообще возможно, чтобы чистоцветие такое было? Редко, когда цветы не в смеси. Обычно это смесь. И потом их распределить как-то на грядке, ну, практически невозможно. Потому что по листикам же не определишь, какого он цвета. А здесь в каждой пачке какой-то другой цвет. А вот это биколор. Алый с белым. Ну, просто супер. Причем эти цветы прекрасным образом будут расти не только на даче, но и на наших лоджиях и балконах. И бальзамин настолько долго цветущий и долго растущее растение, что оно будет радовать вас цветами очень и очень долго. Если вы его не уберете, так может быть и не один год даже. Поэтому очень рекомендую попробовать новую серию бальзаминов «Импотиенс». Услышьте меня. Я надеюсь, что вы все слышите и все понимаете. Среди цветов, которые для нашей души радость, их очень много быстрорастущих. Но бальзамин отличается тем, что у него цветы-то практически розочки. Мы как называем бальзамин? Вообще Ванька мокрый, насколько я помню, да? И такой домашний цветок есть, но вот садовый, чтоб так выглядел, но это большая редкость. Ну, на этом знакомство с серией бальзаминов «Импотиенс» закончено. Всего доброго и вперед за семенами!